В столице открыли конкурс «Вкус Якутии», собрались гурманы со всей республики и городов страны. Оценить работу местных поваров приехали независимые эксперты и рестораторы. Сюжет Розалии Борисовой. На сей раз местные продукты нашли свое место в меню ресторанов быстрого питания. Жеребятина стала основой нового блэк-бургера. Повара также решили удивить экспертов совершенно новой подачей этого мяса. Очень необычная композиция была жеребятины с сальсой из апельсина. Это на сегодняшний день, я считаю, большой прогресс в использовании технологии и современной подачи блюд из нашей местной продукции. Удивить сочетанием японской, итальянской, мексиканской кухни с якутской решили уже в другом ресторане. Пицца с соусом саламат, такос хатта и жеребятины, салат цезарь с сырой жеребятиной – лишь малая часть большой композиции артодайду. Урол из карася. Ну, карась у нас как бы сама нежная рыба. И получается, я туда еще подчеркнул, добавил туда креметто и начинка сделал из самого же карася. Оценивались гастрономические блюда согласно классическим критериям – внешний вид, использование национальных продуктов, стиль подачи. Однако независимые эксперты имели свои критерии. Я как профессиональный человек в первую очередь буду смотреть, смог бы, например, я это блюдо использовать в собственном ресторане, взяли бы у меня его. То есть стали бы у меня гости его брать. Значит, если они станут брать, значит, получается, оно востребовано. И вот я, вот это на собственных ощущениях. Что в нем есть? Там качество продукта, экзотичность, способ приготовления какой-то. Кулинарные шедевры будут презентовать еще 2 дня во многих ресторанах и кафе города. Лучшие заведения и победители объявят 4 декабря на празднике строганины. Розалия Борисова, Иван Подойницын, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.